Привет, это Foodstorm, и я Антон Романов покажу, как приготовить голландский соус. Сразу предупреждаю, этот соус из разряда тяжелых, так как он может отсесться, в нем очень много масла. Для классического соуса нам нужно 150 грамм масла, 3 яйца, сок из пол-лимона или 1 чайная ложка винного уксуса. Первое. Надо растопить масло. Можно сделать это или в микроволновке, или как я в сотейнике. В яйцах нам нужен только желток. Отделяем его от белка. Подготавливаем паровую баню на высоком огне. Лучше использовать металлическую миску. Стеклянная очень долго нагревается. Я ее использую, чтобы вам было лучше видно. Пока миска еще не нагрелась, закидываем туда желтки и интенсивно прям взбиваем. Как только закипела кастрюля под миской, уменьшаем температуру до 80 градусов. Это примерно слабый огонь. При этом постоянно помешиваем, а то желтки превратятся в болтунью. Желтки увеличиваются вдвое по объему, начинаем медленно заливать топленое масло. И постоянно помешиваем, это очень важно. Тонкая струйка, интенсивное помешивание и правильные пропорции превратят эту сливочно-яичную массу в приятный нежный соус. Уже в самом конце добавляем лимонный сок, еще раз перемешиваем, снимаем с огня и соль по вкусу. Голландский соус отлично подходит к белой рыбе, говяжьему стейку. И основное его предназначение – это к яйцу пашот на гренке. Или его еще называют яйцом бенедикт. Это очень вкусно. Этот соус еще уникален тем, что его можно сделать сладким. И если понравился наш выпуск, ставь лайк, подписывайся, а главное – занимайся едой. Это был Foodstorm, и я Антон Романов. Пока!